Много буков. Ты смотри, там уже какая-то вечеринка намечается. Блин, я хочу на вечеринку. Реально туса. Но меня не пустят, да? Пропуск на вечеринку! Где блин! Мы тебя ждем? Блин! Пропуск надо заслужить, Итан! Хочу на вечеринку? Блин, реально хочу на вечеринку. Ага. Будет весело. Обещаю. Блять, он реально безумный. Как охеренно захватили лицо. Вообще лица захватили персонажей. Типа, он прям выглядит безумцем. Максимальным. Я знаю. О? Так, Happy fucking birthday. Подожди свечку, зажги ее и ставь торт. Ты улыбайся побольше. Вечеринка-то для тебя. Всем привет, ребята. Всем доброго времени суток. Мы продолжаем проходить резик 7. И мы нашли руку. Это одна часть ингредиента к сыворотке. А Зоя нас вообще здесь должна ждать, нет, по-моему? Где же ты, черт возьми? Ладно, забудь. Остается найти голову и дело сделано. Это средство точно поможет мне? Эй, дружище! Я подумал, ты должен ждать. Ясно. Я решил, что Зое нужна передышка. Она и Мия здесь со мной. И они друг друга развлекают. Отпусти их! Надеюсь, нормально зачем развлекают. Зачем они тебе? Это дело семейное, да, Итан. Да, да. И оно шутки тебя в сторону. Не касается. Шутки я в сторону. А в общем, если нужна голова, приходи ко мне в любое время. Я ее тебе отдам. Я понял. Но только если кому примешь мне участие нужно будет идти? В небольшом мероприятии, которое я организовал специально для тебя. Слушай, мне даже интересно. Я не знаю, он... Знаю, тебе не терпится, но ты не волнуйся, спешить некуда. Угу. Перво-наперво мне надо, друг мой, чтобы ты заглянул в холодильник в автоприцепе. Пошел нахуй. А, ну не надо, не веди себя так. Ты ведь не прочь немного поразвлечься, да? В общем, загляни в холодильник. Пон, я пон, предельно ясно. Короче, этот красавчик меня вообще не крипует. Реально, красавчик меня не крипует абсолютно, чтобы вы понимали. Мне даже весело и забавно. Ну, слушайте, с таким контентом грех не пофаниться, да? Немножко-то расслабиться надо. А чья это башка? Это мужик. Это не... Да, это не... Это не Зоя, а ты на секундочку подумал, что это Зоя, которая, типа, недопревратилась условно. Легавый ждет тебя в секционном в подвале, сука. Легавый ждет тебя в секционной в подвале. Это башка Легавого. Вау. А чё он меня ждет в секционной в подвале? Так, монет у меня нет, у меня монета защиты, рука серии D. Я ее отложу, она мне не нужна. Не, ну реально, она мне не нужна, я ее выкину, как бы, да? Ну, аптека. Аптека, как бы, в любом случае нужна. Ключ ворона, ключ скорпион, две монеты. Рукоятка, я так понимаю, мне так-то, в принципе, тоже не нужна. Я ее тоже офаю. Монеты оставляю сюда. Эпоксидку найдем. Ну и вот 4 слота под условно что-нибудь. И нормас. Психостимулятор бы заюзать. Так-то, да? Что у меня еще есть? Слушай, у меня, скорее всего, есть... Так, это монета... Тихо. Эпоксидки нет. Сжигательные боеприпасы. Одна пулька. Да? Твердое топливо, психостимуляторы и все. Ну, тогда ничего не надо. Окей, 7 пулек. Ну, мало. Объективно мало, ну что поделать. Ладно, потом купим. А нам осталось только пехоль жесткий. Это же 77 МГ, да? А, 44 МАК. Да-да-да, все. Так, кассету мы не находили. Ну, все, погнали. Мне обратно в секционку. Так, скорпион и ворона. Ты смотри, там уже какая-то вечеринка намечается. Блин, я хочу на вечеринку. Реально туса. Но меня не пустят, да? Да, видишь, что, не могу найти. Не могу ничего найти здесь. Welcome to paradise. Ладно. Хорошо.
Так, что по картам? Старый дом. Мы старый дом вообще полностью ведь прям излутали. Все, там ловить нечего. А нам нужно теперь в главный дом. И... Змея, змея, змея. Это что? Это какая-то вообще, хер пойми вообще. Что? В подвале тоже змея. Ну, секционная, ясно. Мастерская просто закрыта почему-то. Ок. Так, а что еще по скорпиону? Подожди. Ну-ка, еще раз второй этаж. Змея, змея, змея. Все, ключ змеи. Ну, скорее всего, ключ змеи, я думаю, что мы найдем, блин, в этом. Скорее всего, мы... Ух ты. Скорее всего, мы найдем этот ключ змеи. Кто-то там ходит. Блин, надеюсь, не бабуся. Реально. Очень хочу надеяться на то, что это не бабуся. На С присесть, на Ctrl хилка. Мы это помним. Тихо. Все нормально? Вроде все хорошо. Ладно, погнали в секционную. Окей. Сейчас эти вот монстрики, скорее всего, да, еще второй раз будут меня дудосить. У меня патрон-то нет для них. Реально для них нет патрон. Оф. Я реально почему-то хочу постоянно сказать патрон оф. Ой, точнее патрон. Но, блин, нет патронов. А не патрон. ХЗ. Странные игры разума. Ой, погнали. Ну я надеюсь, что... А чё так темно? Ну тут опять шкрябается. Они будут выползать отсюда. Ну типа... Не так идти? Да, змея никак вообще. Поэтому вот так вот. Ну блин, они будут высираться отсюда. Даже если они не будут отсюда высираться. Даже если они не будут высираться. У меня все равно нет патронов. Тихо. Охереть, звуки жесткие. Если на меня нападет этот мент. На меня же может реально напасть мент, который ждет меня в подвале, в секционной, если еще. И я не смогу ничего ему противопоставить. Типа чуть-чуть огнемета, куча ножей, ну типа нож, и все. О, бабка. Ну ладно, ты... Ты нормальная, ты... Вроде как не криповая. Все хорошо, бабуся. Давай сотрудничать вместе, бабуся. Окей? Давай просто сотрудничать. И все у нас будет с тобой хорошо. У нас с тобой все будет прекрасно и прелестно. Мы нагреем всех. Мы всех нагреем. Всех победим. Я тебя спасу. И сыворотку тебе тоже дам. А, он здесь висел. Кстати, реально, он здесь висел. Ну, мне кабзда. Ну чё, я с 7 патронов его разве убью? Да хрен там лысого. Ебануться, блядь! Я чё-то первый раз вообще не осознал. Тихо. Тихо. Чём, блядь? Сдох, нет. Сдох. Это сильная, блядь, это сильная аптечка. Найдите труп помощника в зоне обработки, найдите ингредиенты для сыворотки. Лукас, ингредиенты сыворотки. Найдите труп помощника в зоне обработки. Ну. Это не он. Это просто так. Меня скоманули на патроны и все. Жаль, что нельзя покупать. Да охереть просто, ну что мне делать-то с ними? Я сдохну. Надо было психостимулятор заюзать, чтобы что-нибудь попутно залутать. О, ну он меня схватит сейчас. Чекай, схватит. Что написано? Докажи, что ты настоящий мужик, сунь руку в глотку этой... О, нет. Свинье. Похоже, наступило трупное окоченение, и его суставы уже застыли. Уверен? Какой тошнотворный сладковатый запах. Тело уже начало разлагаться.
Ну давай. Это просто жесть. Прости, дружище. Только не хватай меня, пожалуйста, ладно? О, боже. Со змеей. Вау. Эта маленькая штучка поможет тебе найти две карточки ключа. Пропуск на вечеринку, где Блин. Мы тебя ждем. Блин. Пропуск надо заслужить, Итан. Хочу на вечеринку. Блин, реально хочу на вечеринку. Етить твою за ногу, блядь. Так, ребята, это ГГ. Ой, блядь. Да нет, мне пизда. Ну а чё смеяться-то? Чё смеяться? Да сдохни, блядь. Да сука! Пожалуйста, сдохни! Да блять! Похуй, ебашу. Ладно, слишком замазываюсь. Слишком долго замазываюсь. Надо просто отсюда съебываться. И все. Че по жизням? Все нормально по жизням. Ключ от змеи, все. Юзаем психостимуляторы. Нахрен, просто сматываемся отсюда. Бабки нет, замечательно. Я хочу на вечеринку, но я хочу на вечеринку пройти с патронами. Без патронов на вечеринку ни ногой. Реально. Но он как-то что ли раскрашивает вот это все время при... Пиздец. Давай, давай, давай. Выйди, плиз. Ах, сучка. Все-все-все. 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 Ухожу. Ухожу, 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 ухожу. Фу, не, ну без патронов вообще жестко. Не, мы юзаем психостимулятор обязательно, короче, лутаем все на свете. Жесть. Просто ни эпоксидки, вообще ни черта. Нет. Блин, ключи все оставляем. Психостимуляторы. Берем. Типа, окей, я просто сохраняюсь. Потому что выжил. Окей, сохраняемся. Все. Юзаю. Погнали. В доме-то мне бояться нечего, я думаю. Там тоже ничего. Мы подвал-то полностью выформили. А психостимулятор... Да, заюзал. Все замечательно. Вон там, вон куча вообще всего, ты смотри. Ты смотри, все поросло просто этим мхом, блин. Грибобасиками этими. А, да. Я понял. А мы здесь... А, мы здесь были в натуре. Все замечательно. Так, гильзы. Конечно, конечно. Вот тут мы вообще ничего не лутали. Как так-то? А, ворон. Ворон есть. Все, ворон есть. А это где мы ворона открыли? А, это ворон? В натуре? Запасы. О, шикардос. Ну откройся ты, бляха. Порох, конечно же. Сильный эпоксид. Так. Значит, аптека. Сразу же. Хилимся. Дробовичок. Гранатомет. Ого. Ого. Так, пулик нет. Все, эпоксида нет. Хреново. Теперь гранатомет. Может, все, типа, скинуть эту шляпу и взять гранатомет? Че бы нет, в принципе. Да и пехаль я бы скинул. Давай монеты вот эти скинем. Или что, давай ключ скорпиона скинем. Потом заберем его. А, блядь, его не скинуть. Да, тогда монеты. Так. Сюда гранатометик. Зажигательные патроны. Подожди, стоп. Да подожди ты. Во. Ну-ка. Ну, так возьми. Это же для гранатомета зажигательный. А, ну типа места-то нет, блин. Ладно. Юзаем психостимулятор. Гранатометный зажигательный берем. Ага, понятно. Так, ну хорошо. Гранатомет, найс. О, подожди. Это тайничок.
Стероиды, блин, стероиды. Твердое топливо, офы. Конечно, стероид берем. А там еще был туалет какой-то, подожди. Туалет? Туалет, туалет, туалет. Максимальное здоровье. Шикарно. Блин, а где-то еще был туалет. Слушай. Только где он был? Туалет с окурками. Да, точно. Туалет с окурками был. Ну, я вот не помню, где, блин, этот туалет. Но по-любому он в старом доме. Стопудово. Надо будет, кстати, его реально найти. Этот толкан с окурками. Прям must have. Я помню, я все помню, ребята. Вы думаете? Ебать. Да вы что, упоролись, сука? Капец. Это, конечно, вообще прикольно. Максимально. Вы, конечно, красавчики. Но у меня нет столько ресурсов на вас. Дичь. Вот упоротые. Еще вздумали. Опять на втором этаже еще дохерище всего. А это где мы находимся? А, змея. Нам срочно нужно на второй этаж. Обязательно. Потому что на втором этаже дохренище лута. Так. Побежали. Они съебались. Но мы их забайтили. Да ебать, вы чё, прикалывали? Бля, ладно, похуй, ебашу. А ты нахер живой-то еще? Ты смотри, блядь, а. Так. Хорошо, блядь, уроды. Все, сейчас мы нормально, ребят, сейчас мы залутаемся. Все, змея, 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 змея. О, бабуся, здравствуй. К ней вообще негатива нет никакого. Аптека. К бабусе негатива никакого вообще нет. Блин, ну ладно, закончилась, короче, эта шляпа. А чё? В смысле? То же время, что и на остальных часах. Ух ты, секретка. Бабуся, я понял. Так. Отмычка. Нормал дом, бабка. Ага, нифига. Ну смотри, как красится тут пойдет. Это ее мужик, скорее всего. Апрель 1980-го. Джек поступил в морскую пехоту. Джек. О. Травушка-муравушка у бабуси. Ага, все, живая. Слава богу. А че, какие-то часы были вообще на остальных часах? А где еще часы? О, часы. А, ну и там внизу тоже часы есть. Сколько там на остальных часах? 10.15. Ладно, 10.15. Ну-ка, сразу контрольный. Здесь сколько? Тоже 10.15. Окей. О, так там какая-то проходка. Слышь? Ну давай. Так, а можно в другую сторону? Так ближе просто. Так. А, не-не-не-не, тогда. 5, 10, 15. Во. Это куда? Это вообще хер пойми куда. Подожди. Склад. Ух ты! Ну-ка. Похоже на скрежеж какого-то оружия. Где находится? Главный дом... Толкан, олень. А, ну гранатомет. Это типа подсказка, где, короче, лежит гранатомет. Но мы его уже нашли. Без всяких этих. Бля, ценная фотография какая-то. Ну факинг фак, а. А. Так, давай зарядим гранатомет. В чем проблема? И освободим место. Опа. Все. Че по фотке? А, голова чья-то... Чья-то голова в кепке на решетке. Ну, типа, на каком-то стеллаже. Ну, ладно. Вау! Вот это имба! Вот это шик вообще. Еще больше места. Максимально упрощаем себе задачу. Так, еще травушку собираем.
Тайт. И что, все? Ну, типа. Да, типа все. Нет, бабку даже... Блин, с бабкой вообще ничего сделать нельзя. Ну и, в принципе-то, ладно. Ничего так-то и не хотел делать. Все, максимально разжились. Ну, патронами, конечно, нет. Я вообще думаю, что мне бы по-хорошему... Типа пороха найти уже, эпоксидку. Ну, не, порох-то у нас есть. Эпоксидку бы найти, чтобы сделать патроны. Ух ты, блядь. Это что за пиздос? О, боже! А что, типа воняет? Так, тихо. Возьму-ка я дробашек. Тут ни хрена нет. Улучшенные пистолетные патроны. Замечательно. А! Ключ-карта. Найс. Так это видеокарта, блин. Типа GTX... типа 540. Наверное. Так, что-то, maybe еще что-то есть, нет? Так, дробаш. Пока лучше пользоваться дробовиком. А это вообще что? Что это за экспозиция? Так, тут у нас что-то есть? Ага, да-да-да. Я понял. А, это подвал. А, так мне просто прямо сейчас там тоже ключ со змеей есть. Бля, поебашили просто прямо? Ребята, просто прямо. Просто прямо, просто прямо. Все, меня нет. Меня нет. Так. Меня просто нет. Не хочу я там с ними сражаться, просто так патроны тратить. Зачем? Оно мне надо. Порох. А, так я... Я понял, где я нахожусь. А, да. Он. Ну, меня типа туда... Они же здесь тоже ползают. Или нет? Ну, по крайней мере, ползали. А. И чё, куда мне? Ладно, надеюсь, сюда. Просто типа выбрались, видимо. Как я вообще сюда высрался? О, боже мой. Я просто на кругаля дал. А можно мне подняться? Мне просто надо круг пробежать. Быренько. Ладно, просто дал кругаля. Зачем-то. Да хер тут сориентируешься нормально, реально. Не напрягай, что здесь конченые твари эти. Скотобазины. Будут ходить и бегать. А, ну мы, кстати, замансили эту быстроту, и все. И она не, нас не трогала вообще. Найс. Так, быстренько засейвимся. Фу, значит. А, окей. Это фотография, блин, голова где-то. Хрен его пойми, где вообще. Ключи оставляем, естественно. Топливо, подожди, у нас же еще было... Должно же быть у нас топливо, или мы все забрали? Зажигалочку. Возьму. Эпоксидка. Эпоксидки нет. Ну и все. Пока так. А, ну и давай монету возьмем какую-нибудь. Универсальную, давай монету возьмем. Типа всего по чуть-чуть. Все. Универсальная монета, пускай лежит. Вот мне прям все надо с собой унести, реально. То есть, как только чуть-чуть у меня открывается, типа, мой чест, мой рюкзак, у меня сразу же он забивается всем.
Ну, типа, нужным, естественно, всем, но тем не менее забивается. Значит, здесь мы... Смотри, здесь мы точно все осмотрели уже. Здесь, на первом этаже, нужно открыть замочную скважину какую-то. Тайничок залутать надо. Must have. Старый дом прям полностью выформлен. Вот здесь, мне типа чуть побежать сюда, залутать здесь. Это понятно. И на второй этаж, на втором этаже тоже змеиный ключ. Все. Ну-ка, погнали. Все, тут-то, мне кажется, никого уже и нет. Господи, что за дичь? Чего? Похоже, это все... А, кто пропал без вести. Так, тут уже может какая-то голова еще быть. Кто-то вот в кепке, типа. Ага, просто пусто. Понял. А, ну вот. Да, давай. Ну-ка. О, еще дробовичок. Ультракайф. Так, это охотничье. Ну ладно, это охотничье. Подожди, здесь тоже может быть голова. Да ведь? В кепке. Вот как будто вот здесь типа должна она лежать. Но ее здесь нет. Голова в кепке на стеллаже. И... Так, а мне все. А, ну да, мне центральный зал, а на второй этаж. И туалет с бычками. Ну, туалет с бычками в старом доме. Мы еще не знаем, когда вообще до него доберемся. А, блин, голову со стеллажами надо найти. Ну, может, на втором этаже, кстати. Как Варик. Как Варик сбегать на второй этаж. Так. Это нам куда? А, ну да, все. Просто наверх. Так. А, да. Охренеть. И здесь, по-моему, кстати, тоже какой-то этот железный ящик. А, и на первом этаже был, у первой сохранялки у нашей, по-моему, был, да, был железный ящик. Ладно, мы потом его залутаем. А, похоже, набивкой семья занималась сама. Ну, это мы читали все. Тут, maybe, что-то просто еще можно заюзать. Активировать там, я не знаю. Может, очень пропустил. А я всяко что-то мог пропустить. Ну, ладно. Давай, ключ со змеей. Только покажитесь. Твары. Ой, какая хорошая комната, шикарная просто. Сломана. Ни черта. О, трава, найс. Но мне бы эпоксидку, конечно. Какое-то апреля. Оливер прекратил вопить, но иногда сверху доносится стук. Какого-то мая. Какая же воня, еще с потолка капает странная жидкость. Кстати, у меня выдалось свободное время, я снова заменил приз пульт управления. Теперь он будет сиять даже ночью. Кого? Эх, да, если было бы понятно, было бы понятно, но оно, конечно, непонятно. Какое-то апреля. Мамочка повела меня в городскую больницу. Там мою голову сфотографировали странным аппаратом. Потом мамочка купила мне в магазине игрушек пазл с 259 кусочков. Этот дурак Оливер вечно меня дразнит. Ты чокнутый. А, ой, дальше читаем. Какой-то апрель. Я обманул Оливера, пригласил его на свой день рождения, а потом запер на чердаке с помощью пульта управления. Он все плачет. Выпусти меня, Лукас. А, блядь. Я заменил пульт управления, чтобы эта дура Зоя не смогла попасть на чердак. Я объединил пульт с одним из призов конкурса изобретателей. Теперь ей его не найти. А, и чел там, короче, скопытился, завонял и загнил на чердаке. Ебать. Я понял прикол. Вот это действительно жутко. Нормал домба. Крокодил изодранный. Ну понятно, что чел, короче, это. У чела проблемы с головой были с самого старта.
так сказать. Так, огнемет, блин, давай, знаешь, что сделаем? А, я не могу, слушай, блин, не могу. Ну, что поделать, ладно? А, у меня вообще все забито. Ну ладно, что, голова на какой-то... А, это клетка, это не статив, это клетка, голова на клетке. Все, понял, голова на клетке. Офаю, фотку. Беру топливо. Так, тихо. Ну просто, чтобы боезапас был. Так, 3. Нет, 2, 1. Да, блядь, 4. Сразу же подзарядимся. Голова в клетке. Ну давай. Вот неудобно так это все перемещается, конечно, вообще. Третье место. Второй конкурс юных инженеров. Ну, я говорю, это красавчик. Чисто просто сумасшедший инженер. Второе место, третий конкурс юных инженеров. Поощрительная премия, чемпионат робототехников-любителей. Он первые места не занимал. Интересно, как это било по его ЧСВ. Ну, блин, просто бито. Ладно, просто бито и все. Что-то тут maybe еще есть? No? Ну, видимо, no. О! Я понял. Ладно, погнали. А, бедный Оливер. Ну, там, наверное, уже как бы скелет просто и все. Ну, мне так кажется. С днем рождения. Ладно, чекнем. Кассета. А, выкинуть нельзя. Ладно, посмотрим кассету. О! А, ну уже. Judgment. Картина под названием «Судилище». На ней изображена женщина, стоящая на коленях перед толпой. Печально. Очень все это, конечно, сильный эпоксид. Блин, сильный эпоксид. Ой, ребята, офую монетку. Ну а что еще выкидывать, кроме монетки, правильно? Ничего не выкинуть. Сильная аптечка. Или улучшенные пистолетные патроны. Давай сделаем улучшенные пистолетные патроны. А, их 10. Ну ладно. Ну а чё, улучшенные пистолетные патроны тоже тема. В принципе. А, и у нас все, инвентарь-то забитый полностью. Блять, кассета. Вот то, что кассета забивает инвентарь, это вообще такая беда. Сделали бы как бы предметы, окей, но сделали бы какие-то такие типа сюжетные предметы, которые не выкидываются. Вот эти фотки все. Но они же ничего не занимают. Ну типа, одно дело у тебя лежит фотка, а другое дело патроны. Ну патроны сколько-то занимают, а фотка-то чё? Фоток ты можешь хоть 100-500 напихать. Вот это, блин, обидно. Для такой мелочи типа ключей, еще чего-то, сделали бы реально доп-слоты. Это пипец странно. Договор на реконструкцию. Клиент Джек Блейкер. Подрядчик Тревор энд Чемберлейт Констракшн. Сроки строительства 10 ноября 1992 года до 30 ноября. А, так всего 20 дней, нормально. Установка двери с активацией по затенению. Что? Установка двери с активацией по затенению в центральном зале. Игрушечный топор. Модель дробовика. Подожди, нахрена? Это все надо. Это все надо взять? А типа зачем? А, я не смогу. Блин, придется реально стрелять придется? Да ты че? Еще и две пульки потратил зря. Охренеть. Подожди, а мне зачем? Стоп. И все, здесь не трупа, ни черта ведь нет. А, ну да, нам же туда еще пойти-то надо. Подожди, игрушечный топор, игрушечный дробовик. А нахрена мне это брать с собой? Very interesting. Так-то. Так, топор, о. Так, и... Подожди, надо перевернуть. О! Изи. Ну все. О, фай.
Ключ-карта. А, да. Ну, оф и упорох, что поделать. Найс. Ключ-карту достали. Блин, я не знаю, зачем мне игрушечные дробовики все вот эти вот. Пипец. Просто, блин, ноль догадок. Абсолютно ноль. Так, все, мы здесь все залутали. Типа. Ну, слушай, типа да. Типа все. Погнали. Так. Пойдем в трейлер видосик посмотрим. О! И что, опять Лукас звонит? Ну, давай. Эй, друг, не забудь, эти две карточки пропуска на вечеринку. Да я прям жажду. Смотри, максимально. Дай мне услышать Мию. Нет, 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 ты сначала приди. Надеюсь, ты не забыл, где состоится вечеринка. Да нет, предельно ясно. И давай быстрее, чувак, все только тебя и ждут. Блин, пипец, он меня так воодушевляет. Типа, ну он реально не страшный. Я прям кайфую, когда вот он так с нами разговаривает. Ну да, вон там все уже, блять. Нихуя себе. О. Хорош. Ты смотри, а? Блять, распоясались. Ах! Какая ты чмоня, а? Какая ты чмоня? Ну, блин, кайфово. Так, давай посмотрим кассету и выкинем ее сразу из инвентаря. Взял, напоролся зачем-то на нее. Нафига? Ну-ка. Эксперимент Can Trash Pacing Idiots Solve Puzzles? Типа, сможет ли идиот собрать пазл? Ты, друг мой, на редкость везучий сукин сын. Знаешь, я тебе реально завидую. Что? Ага. Не веришь мне? Эту радость я ее не поделаешь. Какой он больной. И вот наконец-то мой шедевр. Все ради тебя. Ой, да ладно тебе. Я же старался. Ага. Будет весело. Обещаю. Блять, он реально безумный. Как охеренно захватили лицо. Вообще лица захватили персонажей. Типа, он прям выглядит безумцем. Максимальным. А у меня ни фонарика вообще не... Ясно. Блять, просто ноль всего. Ну, ок. Ну, блять, закрыто? А, о. Свеча. Ну, хотя бы свеча. Так, очко. Немытое. Это я сейчас не про свое. Че, ой, блин. А, ну и... Ну и да, как бы, ладно. Угу, ладно, погнали. Так, там, блядь, день рождения какой-то, нахуй. Газ идет? А если здесь газ, а я со свечой? Ну, значит, не газ. Значит, не... Понял. Ну, зато свет хотя бы включили. Игра называется «Только бы выбраться из этой комнаты живым и ага. не умереть страшной мучительной смертью». Я знаю. О, так happy название. Fucking birthday. Возьми свечку, зажги ее и вставь торт. Ты улыбайся побольше, вечеринка-то для тебя. Бля, прикольно. Ну, хорошо. Разгадать загадку. Ага, заводной ключ. А если я взорвусь нахрен? Я надеюсь... Так и не прекращается. Так, и что мне делать? Ну, ну ладно, пусть течет. Какая мне разница? Так, вставь свечку. А, свеча не горит. Не подходит. Свеча тоже не подходит. Надо что-то найти. Окей. О, блядь. А мне надо что-то...
Оно загорится? Что произойдет? Если оно прям протечет. Блять, включил газ. Ну, понятно, что это я... Понятно, что я подожгу свечу. Это как бы ладно. О, а что у него еще есть? А, заводной ключ. Что он делает? Ему надо что-то вставить. А, карандаш? Подожди, я понял, надо вставить карандаш. Надо вставить карандаш ему в руку. Надо дать ему письменную принадлежность. Бесполезно использовать это здесь. О, вентиль там. Пон. Я пон. Ну. О. Я надеюсь, скрематур здесь не будет. Ну-ка, присядем, сейчас все полопаем. О, воздушный шарик. А, сейчас надуем его гелием, видать. Так, блин, все полопать хочу, подожди. Сейчас. Во-первых, мало ли что-нибудь спрятаться, а во-вторых, я очень люблю такие занятия. Типа лопать пупырки, вот это все. Кто не любит лопать пупырки? Мне кажется, все любят лопать пупырки. Это успокаивает. Так и здесь. Тем более я на таком стрессе здесь нахожусь. Дали мне полопать шарики в какой-то момент. Конечно, я воспользуюсь этим. Они что, не кончаются? Они кончаются. Все. Так. Опа. Ну давай. Все. Замечательно. О, нормальная комната, чистенькая. Без пароля открыть будет сложно. Ох ты. Какой тут жесткий пароль. А пароль-то реально жесткий. Ну, пока я ничего не смогу, только шарик. Давай. А почему он... Блять, он в иголках, нахуй. Охуеть. Ну, в гвоздях-то. В гвоздях. Хорошо, сейчас этот чел кровью что-то напишет. Моей. Он не может ее держать. В смысле он, блять, не может ее держать? Ты че? Похоже, это перо дешевая подделка. Это, если что, явно уже пользовались. А как не может-то? А-а-а, пальца нет. Прикол. А где мне палец нарулить? Стоп. Ну, горелка, понятно. Перо. Это все круто. Это, конечно, все круто и классно, но... Но подожди. Ну и да, этот шарик... А, типа, я не мог этот шарик надуть. Мне нужно палец где-то найти. Где-то, как-то. Ну. Хэппи. А, ну мне просто нужно найти... А, ну он сейчас мне напишет. То есть мне нужно дать ему... Сделать ему палец, дать ему ручку, и он напишет код. А этот код типа happy. Условно, да? Ну, этот вентиль нужно вставить сюда, чтобы отключить разбрызгивалку. Это ясно. Ебать, тут уже натекло. Так и оно не кончается до сих пор? Так и не прекращается. Ага. Ну, пальца нет. Я просто вроде все обыскал. Да? А вот толкан я зря игнорил. Я не знаю, почему я игнорил толкан. Ну, блин, с ним просто не было взаимодействия, и поэтому я его пропустил. Найс, понос. Ага. Че это? Грязная подзорная труба. Ну... Помыть ее, типа, надо, чешу вообще.
Давай сюда сразу. А, таб? Блин, нихуя не видно. Ну, давай помоем ее, блин. Сейчас, подожди. Надо вот так вот? Ну-ка. О-о-о! Вот это нормальная тема. И чё? Капец, тут везде вино. И продолжает течь. Ну что это такое? Бочка-то уже должна закончиться. Так-то. Блин, так стрёмно в эту подзорную трубу смотреть. Нет, здесь ни хренашеньки. Абсолютно. И чё это? А! Девочка с палкой. Ворон, ворон на с камне и эмбрион. Понял. Сейчас я быстренько тоже так все осмотрю здесь. Мало ли, что-то еще здесь. Не, ни хрена нет. Все понял. Так, девочка с палкой, ворон на камне и... Так, давай. Так, девочка с палкой, ворон на камне и эмбрион. О! Найс! И чё там? О! Куколка. Понял. Куколка. Чё написано? Это кукла на ощупь жесткая. А, ну с ней, кстати, ничего нельзя сделать. Ладно. Оно логично. Оно логично. На палочке поджигаем ее. Ну вот пипец затуп. Реально затуп просто с туалетом, потому что я... А, заебись. Просто я его, блядь, заигнорил. Вот сейчас все пойдет по маслу. Так. А что ты? А, да-да-да-да. Все. Ну давай, пиши. Пиши мне слово. Что за хуйня? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Он сейчас на мне напишет. Чекай. Блять. А, Спейс, лузер. Ясно. Ничего другого я не ожидал, в принципе, от красавчика. Ну ладно. Погнали. Лузер. Так. А, блядь, я забыл. Как пишется-то? Да как пишется, подожди. А, лозер. Лозер, все, окей. Ло... Лозер. Лозер. О, шик. Ну и все. Изи. Тупо изи. Вентилем отключаем, короче, вот этот вот распрыскиватель. Все. Надеюсь, винишка в последний момент мне ничего не сделает. Там не загорится это вино или что-то еще. Блять, продолжается. Так. А, ну все. Поджигаем. ГВП. Но я не думаю, что вот мы, когда мы пройдем эту головоломку, я не думаю, ребята, что нас как-то спас... Нас как-то спасут. Мы наоборот, мне кажется. Нам настанет как раз таки Габелла. И чё? Сейчас взорвём... Я так и знал. Ну, блин, ожидаемо, реально. Сейчас взорвется. Так и знал. И вино. Да. Просто конченые пытки, просто конченые. А! А, в смысле? Вообще не понял юмора. Ну, нормально, я не горю. Ну, так чуть-чуть печет, конечно, ну... Но так пойдет. Не? Это нормально. Блять. Да. С днем рождения. А, я понял, что нас ожидает.
Если нас, конечно, это ожидает. Но это прикольно, это прикольно. Это найс. А с днем рождения. Ну и чё? Ну блин, кайфово, классно, прикольно, охерительно. Ладно, ребята, что? Нас в следующей серии ожидает какая-то, блин, вечеринка Лукаса. Вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте данное видео. Увидимся в следующих прохождениях Резика 7, в других играх и на моих стримах. Всем ба-бай.